Многие дачники безуспешно борются с хреном, который распространяется по участку со скоростью лесного пожара, выпалывая до последнего корешка. И даже не знают, что это растение – отличное средство от стоматита. Рецепт прост. Моем свежевыкопанные корни, чистим их, трем на мелкой терке и отжимаем сок. Лучше это делать в противогазе. Шучу, конечно. Разводим сок теплой кипяченой водой. Пропорции 1:1. Размешиваем и полощем рот 3-4 раза в день. Активные вещества хрена помогут снять воспаление, окажут бактерицидное действие, поэтому заживление язвочек пройдет быстрее. Будьте здоровы!